Серпуховичи смогут сделать прививку по дороге с работы, не заходя в поликлинику. На территории железнодорожного вокзала начал работать передвижной медицинский пункт. Врачи будут принимать посетителей до 21 октября с 16 до 20.00 в будние дни и с 10 утра до 2 часов дня в выходные. Медики уверяют, пройти вакцинацию должен каждый. Всем гражданам нужно прививаться, как детям, так и взрослым, а особенно тем, у кого присутствует множество сопутствующих заболеваний, такие как сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Потому что чем это грозит? В результате чего, если человек заболеет гриппом, имеющие при себе такие заболевания, будут очень-очень множественные осложнения. Специалисты мобильного центра применяют отечественную вакцину «Сови-грипп». Прививку можно сделать во всех медицинских учреждениях. В поликлиниках Серпуховской ЦРБ, больнице имени Семашко, в городском консультационно-диагностическом центре.